Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение сетевой партии за горго-греческую в Sid Meier's Civilization 6. Если вы случайно наткнулись на это видео, то переходите к первой серии. Ссылка на весь плейлист есть в описании и в прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры канала всю партию могут посмотреть сразу. Для вас полная запись тоже по ссылке в описании и в прикрепленном комментарии. И всем вам приятного продолжения просмотра. Полезная клетка, в смысле? Не, это слишком долго убирать. Все равно, смотри, производство шелк, по-моему, только там могу я сделать. Там просто только в том городе. Поэтому, ну там тоже, там плюс 5 вера, а тут плюс 4 вера. Ну нормально, как бы не сильно. Так. Хай пророка не начисляются, предположим. И плюс 5 к боевой мощи дальнобойность. Ну, я тут не особо буду вкладываться. Какого полководца отменить? А, отменить, чтобы не начислялось, да? Вот. Удваивает учёный. Ну, всегда почему-то голосуют в сетевой игре за это. Вон, кто-то вкладывается в великого ученого. Обязательно кто-то такой будет. Плюс 5 дальнобойность. Нормально. Так, карточку на ап юнитов. О, захватили неизвестно. Ну, видимо, это был вот тот, который ливнул. Захватили его, бедняжку. Так, тут надо кампус уже. Ну, вот есть тоже плюс 3, потому что соседство районов и две горы. Я никак правительственную площадь не придумаю, куда поставить. Так, три посла. Ну что, Болонию перед сузерением. Ну а тут ценитель, исследователь точнее. 55 науки. Ну, кстати, на этот ход не так уж и много. Можно было и, в принципе, больше как-нибудь. Ой, я в форсалу хотел. Из форсалы, точнее. Это могу, наверное, купить. А, еще рынок надо достроить. Блин, страшно сюда под вулкан ставить. Ну а больше некуда, и акведукт тут все-таки нужен. Ладно, давайте. А сюда потом промышленную зону, видимо. Матерхорн, это что? А что он дает, я забыл? Культуру просто рядом. А, игнорирует холмы до конца игры. Это прикольно. Это мы сюда зайдем.
Лишний губернаторский титул всегда приятно. Блин, я ж там хотел ученого, я забыл про нее, что я там хотел ученого прикольного. Ладно. Просто, чтобы я не был союзником Болонии, вкинул послов. Так, больше торговых путей. Покупаем. Кампус, библиотека. Рынок, амбар. Так, слушайте, надо гавань открыть. Сложу тут на один ход производства, гавань будем строить. Так, слушайте, куда поставим город? У нас еще под город, ну, как бы тут три места. Но мне, честно говоря, не очень хочется сюда, типа, у Аргоса забирать клетки. Хотя тут даже вот раз, два, два, три. Ну, похоже, куда-то сюда. Давайте вот на это благовоние просто поставим. Тут еще два города влезет. Ладно, ставлю, короче, правительственную площадь сюда. Так и не придумал лучшего места. Фиг знает. А, в другом континенте, думаешь, по счету посмотреть просто? Ну, 347 там вот есть кто-то. Так, еще... Еще два города поставить и все. И в принципе we are done. Так, нулян, наверное, возьмем. С аквакультурой где-нибудь. Давайте, наверное, Варгас его, ее. Зал для приемов. Замок при помощи копейщика уничтожить. Универы. Давайте, наверное, универы откроем. Что-то у меня с учеными. О. Блин, я, наверное, на него не начитаю. Там кто-то вон читает на него. Ну, короче, чувак, который на втором месте ученых там собирает. Блин. Ладно, давайте просто универы откроем. Да, кстати, надо время увеличить. Надо время увеличить.
Прям Минакши, Чеченица. Надо гопли-то построить, чтобы очки использовать. А то я сейчас как выйду. Не, ну 35 уже не берется. Вот этими галерами. Это если каравелла только приплывет. А зачем ты захватывал рабочего, если привел мне его обратно? Спасибо. Нам, мы что-то погорячились. На самом деле нам рабочие не нужны. Извиняй, чувак. На 100% в промышленной зоне надо поставить, да. Так, мы тут все хапнули. Плюс один везде, да? Ну, давайте сюда акведук тогда. Здесь куплю строителя, сюда промышленную зону. Да, там шотландец сам с собой там играет тихонечко. 13.3 на 68 ходу, это, конечно, моща. Может поставить карточку эти и поделать галеры. Нам две как минимум же надо. Давайте мокшу, чтобы религия распространялась. Только вот куда? В Афины или в Микены? Наверное, в Афины. Потому что мы науку имеем с этого. Рамаяна. Мы вроде как греки, но немножко индусы. Капелюшечку. Тут тоже надо все собрать. Ты уже открыл теху, для которой... Ну, хорошо, но каравеллы-то нам нужны. Я просто не хочу каравеллы строить. Я вот сейчас пойду в каравеллы.
Я хочу апнуть их, а не строить, понимаешь? Он тут ходит этим скаутом, фиг знает. Так, ну там плюс 2 я, конечно, не хочу ставить. Ведук. Плюс 3. Ага. Да, значит, сюда акведук. Тут надо будет вырубить лес, чтобы сюда промышленную зону. Так. Все правильно. Первая монополия, мне кажется, монополия на благовоние, и нашли Торрес Дель Пайне. Удваивает клетки вокруг. Но смотрите, реально Финикия, походу тут вот больше нету места, то есть он подселил Финикию, Финикия слил для того, чтобы повоевать хоть немножко. А с Торрес Дель Пайне это вполне возможно. По-моему, офигенное чудо. Так, картографию, наверное, отложим. Я хочу две гавани сделать. А вот теократию примем. Соседство для кампуса уже можно ставить. И на республиканское наследие, пожалуй. 108 науки на 70-й ход, это круто. Ну, скажем так, в общих чертах на 70-й ход иметь 100 науки, это круто. Часовню великого магистра. Блин, успел даже походить. Так, что у нас тут по техам? Замки. Банковское дело. Наверное, в массовое производство надо будет дальше. Ну, почему бесполезно? Все равно прикольно. А, ну тут в тундре есть немножко, да. В тундре немножко говнецо. Ладно, давайте Рейну, наверное, в Микены. Ходов гавань. Ну, подождем. Не то, чтобы мы тут спешили. Так, и последние вот сюда, наверное, поставим.
Ну, что я вам хочу сказать? Сколько в итоге у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать городов. Очень, очень неплохое расселение. И даже захватывать никого не пришлось. Что-то как-то бодренько идет сегодня, да? Ну, место хорошее. Да, давайте, может, союз с немцем. Он вообще в союзы-то вышел. Ну, вроде. There are very honest people. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Так а смысл с ним воевать? Тут что с ним, что с Нуби. Тут даже скорее ГГшки лучше захватывать какие-то. И то, все вроде такие нужные. Он не вышел в союзы. Ясно. А куда он вышел? Сие науки неизвестно. Пора у меня Болонью перекупать. Может уже укрепить религию? Тем более мы теократию взяли. Храм Махабодхи я точно не буду строить. Так, нужны рабочие в Аргасе. Ну, покупать, потому что тамлян. Тамлян. Тамлян томится. Сколько у нас зарядов должно? 7, прикиньте. Это, ну, 3 изначальных, плюс 2 от карточки. Это 5. Плюс 6 от пирамид. Ну, плюс 1, 6 от пирамид и плюс 1 от лян. 7 зарядов на рабочем. Так, ну, конечно, аквакультуру хочется, но сначала мы жемчуг и починим чай. Поэтому попробуем к жемчугу. Мы будем просто каждый ход покупать рабочего. Так, а строителя, наверное... Ой, не строителя, а караван из Эритрии отправим. Ну, поставлю, наверное, Акрополь рядом с этим вулканом. Более-менее. Ой.
Это, конечно, управление в шестерке, что ты, тебе надо и карту двигать, и клетки покупать одной клавишей. Это, конечно, баммер. Гурдвару. И... Не знаю, защитник веры нахер надо. Мне кажется, надо что-то на распространение. Или, ну, потому что фес... Давайте, раз фес, давайте, чтобы дешевле стоили миссионеры и апостолы. И за счет этого будем какую-то науку иметь. Блин, успел походить, прикиньте. Православие, первая религия. А кто-нибудь вообще еще религию? О, попринимали, наконец. Протестантизм, Германия. Иудаизм, Финикия. Дать, наверное, экономические. О, кто-то отрубился еще. Видимо, напали. Дает озарение для трех случайных технологий с эпохи Возрождения. Ну, в принципе... Порох, канализация, прямые парусы. Хорошее вдохновение, потому что я вряд ли бы их сам сделал. Оружейные у меня вообще нету военного лагеря. Мушкетеров я тоже не собирался апать. И что там еще было... Картография было бы неплохо сейчас мне, ну, ладно уже. Так, кстати, все-таки большинство за то, чтобы не банить человечка. Вот вы добрые. Дворец Потала, может дворец Потала построить? Анкарват тоже ничего, давайте Анкарват. Анкарват во всех городах плюс один житель. По-моему, это круто. Надо поставить на чудеса сейчас. Вместо строителя. Просто еще сейчас куплю строителя и ставлю на чудеса. Чел один на континенте теперь, да. Ну, можно, кстати, и напал на этого. И он, кстати, ну... Тут неплохо идет. Все, он мой главный конкурент. Надо его найти. Я не знаю... Вот эти люди, которые не обращают внимания на приходящие им сообщения, мгновенно создают древние средневековые стены. Давайте возьмем чисто для морских городов. Из Каринфа нету дороги. Ну-ка. Промышленная где тут?
Но если я уберу, то тут уйдет соседство, которое мне тоже дает производство, в общем-то. Так, ну, время тех кампусов, ради которых мы сюда поставили города. Мавзолей. Да вот как бы негде его пока строить. Его надо рядом с гаванью. То есть только максимум в Мегаре. Либо здесь, а тут производства особо нету. Поэтому хрен знает, буду ли я строить мавзолей. Блин, он так и не принял союз. Бесполезный человечек сидит вообще в игре. Слушайте, у кого-нибудь вообще бывало, чтобы он гуманизм ускорил? Я сколько не играю, у меня никогда не появляется великого художника. Ну, не знаю, может только если за Россию. Тут я даже Акрополь как-то рано построил, да, там типа, ну, накапливается, и все равно нету. А, подожди, так нубиец? Это нубиец ливнул. Это нубиец ливнул. Там есть все на том континенте. Ребята, это нубиец ливнул. Ну, вот это же, типа, только за Россию, потому что, ну... Никто так рано не строит театральные площади, или так много их не строит, чтобы уже был художник. Это ж не только театральную площадь надо, это еще и амфитеатр надо построить. Ничего не нравится из чудес. Даже походил. Последний раз был в комп-клубе, когда еще третья цива была популярна.
Мне кажется, к моменту выхода пятой ЦИ уже как-то компьютерные клубы отходить стали. Отмирать. Все, поставили последний город. Три посла. Что мы хотим за Йоханнесбург? Ну, наверное, Болонию надо перебить. Вообще, блин, у нас до хера веры. Надо бы реально распространять и, собственно, с этого науку иметь. Гурдвару не забываем. Тем более я взял верование, что у нас миссионеры и апостолы стоят дешевле. Не удивлюсь, если я тут еще какую-нибудь руинку сейчас найду. Ну вот. В итоге у нас сколько? Значит, у Германии 6 городов, у Нубии 6 городов, у Финикии 4, у Шотландии 2. Он второй город поставил. И у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. На самом деле, даже еще вот сюда можно... А чё и не поставить, да? Вера есть. Сейчас накопим. Сколько там... А, даже уже можно покупать. Надо сюда привезти, поставить. Все свободные клетки занимаем. У меня сейчас еще будет плюс житель в каждом городе за счет Анкарвата. Это тоже очень мощно. Чувствую себя очень уверенно. Так, следующим ходом поставим карточку на ап юнитов и каравелками поплывем. Так, стоп. Здесь мы будем кампус делать, а маяк мы просто купим. Плюс 4. Ты имеешь в виду вот эту? Ну там, блин, этот вулкан. Кайф. Во всех городах плюс по жителю. Так, нам 4 очка до золотого века и 9 ходов.
Запретку. Блин, не знаю, не знаю. Ладно, неохота как-то. Это по-другому надо эти 4 очка получить. Да, тут еды нету для роста. А сюда предлагает. Не, ну... Я бы сюда поставил, я бы не гнался за тем кампусом. Хватает денюжков. Меркантилизм, там и логистика прикольная, карточка. Наверное, надо сюда центр коммерции, сюда тогда кампус. Или, блин, выйти... А, подожди, так я ж могу апнуть ее во фрегат. Чего я поплыл? Кстати, в тему квадрирема, потому что у меня там поселенец идет. Надо же как-то защищать его. Блин, денег нет. Ладно, строителя сделаю. Кампус на плюс 5. Красота. Почти 200 науки на 80-й ход. Ну, это очень круто. Я не очень себе представляю, как человек на том континенте может лучше играть. Чем, даже не играть, а лучше играть, не знаю, тут требуется ли какое-то мастерство особое. От науки на 80-х. Вот это надо уметь. Ну да. Это да. Это просто ты... Не знаю, у него город не растет. Это же, ну то есть даже за счет жителей у тебя должно быть больше. Снижено за производство. Ну не знаю, кто там генерирует. Давайте я просто за себя проголосую, чтобы я меньше генерировал. Рурка? Да, рурка, кстати. Значит, рурку могу здесь, например, построить. А ну вот, нам осталось одно очко. Мы сейчас, например, апнем... квадрирему. И за счет использования селитры, вот вам, пожалуйста, очки эпохи.
Так, я думаю... Да, вот этого можно... Ну ладно, денег нету уже, да. Убираю карточку. Кстати, уголь. Ага, угля нету, кайф. Нормально вообще? Встретил от стеков, 101. Но я думаю, что ему можно ливать. О, есть уголь. Блин. Три хода. Ну, я следующим ходом могу его выкупить. Ну и плюс у моих этих есть уголь, у моих союзников. И у Феса, и у Окленда. Так, меркантилизм, там этот, логистику я хотел взять, да. А этот чувак на втором месте идет. Ну, я не знаю, тут, по-моему, все понятно уже. Имхо. Игра выиграна за 2 часа. Ну, я не знаю, я даже не скажу, что тут прям трудовая дисциплина зарешала. Тут как-то место просто само по себе хорошее. Просто вот хорошее место, и там никаких ранних войн не было, например. Так, это нам сюда надо. Вообще, наверное, в Маскат отправим. У меня уже центры коммерции дофига где стоят. Хрен мы трибушеты построим, уже бомбарды. Уже бомбарды. Да блин, где шпиона я тут видел? Что-то я тут долго размышляю. Еще Антананариву, еще 50... Да, кстати. Блин, может Антананариву лучше тогда отправить? Давайте, наверное, лучше в Антананариву отправлю тогда этого чувачка.
plant like. Ну и куда делись? Все эти варварцы, которых я планировал убить. Ой, ладно. И все, второй ход уже думаю, куда отправить этот караван. Лучше отправлю так, как бегал. А то я его так никогда не отправлю. Вильнюс. Лободена. А кто с Дидоной воюет? А, Германия все-таки воюет с Дидоной. Прикол. Ожидание будет захвачено Дидона, реальность у тебя убивают Трир. Освещение что-нибудь будем ставить. Но вообще это прикольно, когда лабу построим. Так, давайте, кстати, я этот рис под... Мне нужно, чтобы 10 жителей тут было. О, теперь можно и не строить уже кампус, а сразу промышленную зону. Блин, тут... Кстати, это неплохая идея сюда промышленную, потому что для Спарты мы вокруг этой ромашки уже практически ничего не поставим, мы все районы сделали. Я бы реально, наверное, сюда сейчас следующим ходом еще тогда болото уберу. Блин, тут никак не решусь. Ладно, давайте строителя вот здесь. А, блин, у меня тут и так был строитель, черт. Убрал соседство для, правда, для священного места, но не, оно немножко вернется потом. Да, каточка тут, походу уже выиграл, у меня такое ощущение. Ну тут просто надо продолжать, потому что еды нету иначе. Так, напоминаю, что можно донатами меня поддержать, раз если вам нравится партия-то. Я вам котика покажу. Ну и вообще, если много донатов, то и часто стримы проходят. Вот видите, набираем, если 150 наберем на каком-нибудь счетчике, то прям завтра буду стримить еще раз. Прям завтра. Это, наверное, сначала амбар. Не растет как-то Эритрия. Понимаешь, тут плюс 2, но как-то туда внутрь ставить. С другой стороны, ну ладно. Тут
Потом промышленную, например, можно будет сделать. Так, в Спарте, по идее, Рурка возможно, только нам фабрика нужна сначала. Давайте фабрику. Рынок купим. И здесь торговца. В Кнос бы нам еще, конечно, губернатор не помешал. О, блин. Антанариву я все же хотел засоюзить. А что, есть ачивка зайти в сетевую игру? Ну да. Причем это не бот, я еще раз напоминаю. С ним никто не воевал. Это чисто у чувака развитие. Он варвара отыгрывает. Помните, у меня было как-то... Это только олдфаги помнят. В пятерке была такая сетевая игра, где чувак с одним городом просто... постоянно строил этих варваров и отправлял их ко всем игрокам. Он отыгрывал варвара. Прикиньте, этот камень к Спарте относится. Прикол, это, наверное... Блин, или Микеном отдать. Ладно, давайте Микеном. Классная партия сегодня. Кстати, ты делал обзор по Dive the Dive, ты по итогу прошел, я просто задушился где-то на 2/3 и дропнул. Вся как. Да я просто, я, кстати, мне кажется, Dave the Diver, эта игра не... Ты по итогу прошел ее. Я просто задушился где-то на 2/3 и дропнул. А у тебя как? Я ее не прошел, ну в плане, что я просто ее, в нее иногда поигрываю. Это, по-моему, игра не про то, чтобы ее пройти. Блин, ну и куда мне отправить? Ну просто как такая приятная погонять. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.